Пушкина. У нас хорошие новости. 21:51 в это время пришло сообщение о том... Погубили наследие. Это Марсель про газеты рассказывает. В общем, пришло сообщение о том, что приказ все-таки пришел, аттестаты начнут печататься, но когда будут выдаваться, неизвестно. Мы очень надеемся, что завтра мы наконец-то все получим. Вот сейчас мы заправили машинку. Стоим на заправке. Сколько примерно в высоту сосна? Ой, много. Много? Ага. Сколько этажей? В этажей? Ну, 3-4. Не знаю. 3 мало, мне кажется. Сейчас время 00:48. В общем, я посмотрела. Ложись спать. На сайте. Мы завтра получим аттестат! Ура! Только время сдвинули. В общем, приказ пришел. Новости на сайте вот. Завтра мы получаем не в 11, а в 15, но мы получаем завтра, так что вообще крутяк. Там, в общем, каждый приходит в свое время, чтобы получать аттестат. На каждого человека по 5 минут, каждый получает, это приходит в средствах индивидуальной защиты. На первый этаж что? Не надо подниматься? Нет, вроде на первом этаже придешь, ну, тебе дадут. Завтра сам не расскажешь. Так что вот, завтра получаем аттестат, и уезжаем. Вот так. Всем привет, сегодня 11 число, 9:05. Мы приехали на автосервис, нам надо лампочку поменять. В прошлый раз мы перед поездкой 3 лампочки меняли. Спереди 2 маленькие такие, и сзади одну, где номер, там такая подсветка. А теперь у нас спереди, вот когда мы приезжали, тоже какая-то не горит. Вот, и мы сейчас записались вчера вечером. Ну, уже закрытие было. И сегодня поменяем лампочки, и можно будет ехать. Сегодня получаем аттестат. Вчера же поздно-поздно нам написали, мы посмотрели. Ну, просто время отодвинулось не в 11, мы будем получать, а в 3 часа. Жилдор-экспедицию. Мы и заезжали, и отправляли груз. Мы когда отправили? 9-го, да? 9-го? 9-го, да. Не понял. Он что, доехал за 2 дня? Нам сказали, что груз будет ехать 5 дней. Ну и нормально, мы так подумали как раз. Да, 5. Да, 5 дней. Он доехал что-то уже... Какого хрена он за 2 дня доехал? Уже сегодня, 11-е. Мы сегодня уже в 9 утра можем получать. То есть прямо сейчас. А мы еще в Санкт-Петербурге, мы еще аттестат не получили. Подожди. Ничего себе, сумма налога. Так мы налог еще сами 20% платим, представляешь? Нам насчитали стоимость без налога и плюс налог. А мы вот здесь. Вот этот автосервис там уже открылся. Вот. Они еще пока не начали работать. Ну, вот здесь вот такая пробка всегда, там очень-очень много машин. С нового Девяткина. Туда вот очень-очень пробка, здесь одна дорога. Ну там еще есть туда, в Лаврике. А так в основном одна дорога здесь. И все вот так вот едут, это еще маленькая пробка. А так она обычно оттуда и прям дун-дун-дун-дун. И там вот хвоста не видно вообще. Вот. И осторожно. Поворачивает он тут, поворачивает. На нас не повернул. Ну вот, что-то 2 машины должны до нас еще. Мы рано приехали. Хотели разобрать тут. Газета называется «Санкт-Петербургские ведомости». Старейшая газета России с 1728 года. Вот. Так что вот так. Давай, хвастайся. Фу-фу, аттестат получил. Ничего себе, какой красивый, сиреневый. Это ж пурпурный. Пурпурный. Во, крутяк. Все, садимся и едем. Ай, все, отучился. Будем поступать.